Доброго утреца. Сегодня побыстрее турнир я сделаю. Надеюсь, вы это оцените своим лайком, комментарием или же подпиской. Давайте посмотрим оборону. Оборона, короче, жестко. Оборона в Д. Не знаю, что ставить в следующий раз на эти войны, на эти турниры. Хрен его знает. Так, ну, команду противника я уже подсмотрел, выбрал себе команду атаки под него. Давайте начнем, чтобы быстрее было. Так, желтенькие нету. Ну как, есть, но нету. Можно фиолет зарядить за два хода, но я заряжу Крампуса. Ну, Крампус мне так-то сейчас не особо страшен. Ну и закину еще камни в Альфрику. Ну да ладно, я вроде успевать должен. Так. Давай вот так, наверное. Есть, хорошо, зарядили. Людвига. Дальше что делаем? Дальше нужен желтый. Желтый у нас есть один, одна тройка в мать. Вторую тройку нужно искать. Давай мать закинем, может там что выйдет. О, и выехала как раз. Хорошо. Сейчас сколько они получат? 33% маны. Но они дозарядятся так-то. Так-то они дозарядятся. Ну хорошо, ладно. Не хотелось бы терять заряды, но, наверное, придется. Или что? Или давай вот так сделаем. Ага, все равно потеряли даже еще больше. Ну, хрен с ним. О, Людвиг, живи, красавчик, живи. ХП, конечно, у тебя теперь максимально много. Ну, даже не знаю, наверное, пробовать вот сюда закидывать. Хотя среза нету, не будет ни хрена. Не хватит, да. Сколько получает? 50. О, 50 это хорошо. 50 это мне зарядку даст. Отлично. Сейчас задиспелим и попробуем заблокировать мамку еще одну. Так. Ну, пробуем. Вариантов тут немного. Если не заблокируется, то дальше будем уже смотреть. Ну вот, дальше уже смотреть. Ну, смотрим. Смотрим, что мы будем тут делать. Так, Микосика можно зарядить. Ну, зарядим, пожалуй. Пожалуй, зарядим Микосика. Нужно будет центр блокировать. Или какой-то край. Может быть, даже лучше какой-то край. Сколько этот еще? Еще два хода. Ну, давай пробуем тогда левый фланг. Так, даже мать заблокировалась. Отлично. Сколько они сейчас получат? 83, а потом будет 100. То есть они сейчас зарядятся и потом еще зарядятся без камня. Это хорошо, это мне подходит. Попробуем также еще раз заблокировать правый фланг. Хотя, может быть, попробуем кого-нибудь убить уже. Так. Давай попробуем заблокировать все-таки сначала. Так, ну, как всегда. Ага, Посейдона у меня нету пока. Ну, попробуем ее просто заблокировать, чтобы уже все были заблокированы. Так, отлично, наконец-то заблокировали. Сейчас будет 100% маны, поэтому сделаем вот так. Раз. Так, о, включаем Людвига, опять же.
закидываем в Альфрику, наверное. Или не в Альфрику. Давай в Альфрику. Добиваем. Начинаем добивать. Заблокированных много, поэтому думаю, уже можно. Так, пока маны они мало получают, можно зарядиться в такой способ. Ага. Так, хорошо. Этот у нас уже не уворачивается давно. Ну, давай тогда вот так. Этого добьем. О, мимо, отлично. Так, закинем сюда. Добили. Красота. Зарядим Микоса. Попробуем еще продлить блокировку. Посмотрим, продлится она или нет. Продлилась. Ну, тогда супер. Мы сейчас мать еще добьем и покончим с этим. Да, три монаха, это, конечно, тяжело ходить такой командой. Нужно было, наверное, ударку какую-то просто взять. Было бы все быстрее и надежнее. Но мы же снимаем эти видео не только для того, чтобы показать одни победы, но и ошибки в первую очередь. Так. Ну и умная мысль приходит опосля. Восстанавливает, призывает щенка. Все союзники сокращают весь полученный урон от атаки особых навыков более сильной стихии на 80%. А, он только против красных, да? Ну, тогда... Странная вообще команда у него такая. Очень странная. Давай возьмем. Слушай, да зеленую ударку, да и все. Даже можно вот так. Сейчас, вот так. Раз. Вот так. Два. И... Можно так сделать. Таунта нет, то поехали. Оу. Оу. Ну, это не перспективнее. Хотя в центр можно закидывать от души. Все равно как-то. И левый фланг очень пассивный. Ладно, сейчас что-то попробуем зарядить. Например, Микосика уже зарядили. Попробуем заблокировать. Ну, вообще левый надо, потому что там чистки до хрена. А правый надо, потому что там бьют до хрена. Может, пока никого подождать. Дайте слева, а потом закинуть вправо, попробовать в монахов и надеяться, что заблокирует. Хотя здесь, блин, овер хп до хрена, но если хотя бы один сопротивляться будет, ну то есть рис, он почистит, причем почистится всех. Блин. Ну и хода нормального нету, да, сейчас. Давай вот так, раз. Следующий, наверное, вот фиол этот вертикальный закину. Так, что у нас там? Полученный урон от особых навыков на 8. А, от более сильных стихий. То есть для этого персонажа более сильная стихия, это будет зеленый, нет? Я что-то путаю. Наверное, да. Наверное, все-таки я не путаю. Собачек
О, ни хрена себе, сколько там у собаки хп. 600 хп. Мать моя женщина. Ха. Вот это прикол. Блин. Ну, пробую заблокировать, и сейчас буду заряжаться. Заблокировал. Так. Ага. И сейчас такой момент, что до хрена камня вправо еще пойдет. Ну, не до хрена, но пойдет. У меня замедло на Микосе, а перед этим на Людвиге было. Поэтому я нормально не заряжусь. Если ударят обои, то это будет смерть. Причем не храбрая. Хо-хо-хо. Ну, это песня. Это просто песня. Ладно, раз, два. Что я не ожидал, что они такие мощные будут, эти песики. Ну вот и не хватило. А не хватило буквально, блин, писюлечку. И как теперь, как его добить? Ну, шансов даже на комбо нету никаких, чтобы его добить. Синих фиолетовых нету, зеленых тоже под ним нету. И травления никакого он не получает. А даже если бы получал, то он бы его получил только опосля. 250 хп. Ну да, херня получилась. Ладно, вот этот желтый, потом синим его добить можно будет. Но у меня уходит как минимум, наверное, трое. Двое точно. Но я думаю, Эвелин тоже не сильно выживет. А плюс еще срез, это срез брони. Да. Не хотелось бы, конечно, не хотелось бы, но, к сожалению... Ой, класс! Вот повезло. Вот реально повезло. Так, пробуем опять же заблокировать. Заряжаемся. Помогли миньончики. Просто миньончики добили. Супер. Вот и миньончики вытащили бой. Фух. Так, это только второй был. Ой, господи, сумасшедший дом какой. Это кто? Это тоже церковник. Ну, желтых можно взять вообще. Можно взять, да, желтых. Много фиолета, буду их блокировать на долгий период. Ну и желтый, синий, сильный цвет. И Вивика. Вивик уже пропустил где-то, да. Цик. Посейдон, вот насколько мне здесь нужен. Ну, против Вальфрики как бы нужен. Ладно, пошли попробуем. Так, и снова... Снова херня какая-то. Желтых нет. Фиолетовых нет. Синих нет. Ну ладно, попробуем вот эту тройку фиолетовую собрать. А вот и появились желтенькие. Отлично. Так. Ну, я, конечно, его не добью. Вот, но желтеньких заряжу. С помощью желтеньких я немножечко поддиспелю и подблочу. Кого-то блокировать, блин, вот эта тварина уже там почти заряжена. Ну, наверное, тогда его. А второго уже кого заблочит, того заблочит. Бить буду в Людвига.
Посейдоном и буду заряжать Микоса в пустоту. Какой-то такой у меня план. Хотя хотелось бы Вальфрику заблокировать, но этот хрен... О, так, это уже интересно. 800. Так, так, так. Фиолетового нету, желтых пустот тут нету. Ну, значит... Значит, делаем так. Может быть, еще какой-то шальной камень ее заденет, желтый. Ага. Ну, у нас сейчас один раз точно ультанет. Так, и будет ультовать еще вот эта мадама. У нее насмешка. Все герои плюс 65 защиты, это не проблема. И все союзники плюс 44 к регенерации маны. А вот это уже проблема. Так. Как бы тут разрулить? Хотелось бы желтых заряжать начать. Или фиолетовых. Ну, с фиолетовыми тут, блин, тоже беда. Да, со всеми беда. Вот синих немножечко подсобралось. Но этого очень мало. Ладно, мне кажется, пускай таунт она свой ставит. Хрен с ней. Я сниму его, если желтых заряжу. А вот это он сейчас будет просто бить раз за разом. Хорошо, и мать заблокировалась. Отлично. Так. Ну, давай, давай. Там желтенькие есть под Альфрикой. А, и фиолет вышел. Отлично. Вот сейчас фиолет вот этот заберу. Вот сюда, вот так, да. Пускай она там ставит свои таунты смердящие. Ага, молодец. Так. Ну, мне кажется, можно вот так попробовать. Может, желтый выйдет. Не вышел. Ну ладно, мы сейчас все равно от Людвига зарядимся. Этот сколько еще там заблокирован? Последний ход. Последний ход. Последний ход. Ага. Без диспела я ему ничего не сделаю. Ну, то есть я его не заблокирую еще раз. А вот с диспельчиком вот таким. Раз. Ой. Кто же это заблокирован? А ну, а ну. Белиссимо. Белиссимо. Так. Все заблокировано. Последний ход. Ну, значит, вот так делаем. Раз. И опять правый фланг блокируем. Главное, чтобы мать заблочилась. Мать заблочилась. Отлично. Так. Сколько они получают? 67. То есть два раза я еще точно заряжусь от Людвига. Слушай, ну вот есть и зарядка Людвига еще одна, если что. Делаем раз. Так, 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 так. Делаем два. Супер. Делаем три. Ну и это победа уже точно. Цик, цик. Да, быстрых боев что-то нету. Еще два осталось. Так, тут у нас рис. Тут у нас... Ой, блин. Тут у нас две альфрики. И тут у нас Мириам сраная. Мириам сильно, сильно портит тапки. Потому что блокираторов не возьмешь особо. Если она ультанет. Ну, давай тогда... Вместо желтых зеленую ударную. Да, зеленую ударную, так как в прошлый раз я брал. Раз, два и вот так три. И вопросики еще.
откоса можно закидывать вправо, если что. Ведь да. Ну, вроде да. Или взять кого-нибудь другого. Кроме факела. Это хил, который не нужен особо. Хаторн. Ну, Хаторна можно было бы взять. Но два фио нет, не будут. Слушай, давай ватерпайп. Так, как в прошлый раз. Так, еще вот здесь поменять. Ну, давай так. Хорошо. Так, в принципе, вроде играбельно. Так, и смотрим, что у нас с камнем. Ну, камень есть, но только нужно запускать тройку в лоб. Либо фиолет собирать. Слушай, ну давай вот так фиолет собирать, а? Только перед этим, наверное, тройку синих еще собрать. Чтобы не разбить. Не, с ним не буду я рисковать. О, видишь, подъехала еще дополнительно. Так, активирую. Теперь можно в альфрику засунуть вот так, чтобы не разбивать эту тройку в правом нижнем углу. Вот. Жалко, конечно, Людвига, что он терпит. И терпит нормально много. Но такова его судьба. Давай попробуем еще раз зарядить waterpipe. Если я нормально себе накастую миньонов, то как бы соперники ультовать уже не будет. Цик, хорошо. Сейчас вопрос. Собрать тройку зелени или собрать тройку синих? Синих рискованно. 31. Блин, 31 может и снесу. А, давай, рискну. Да, миньоны добили, отлично. Ну, если сейчас будет второй ряд, то как бы уже, извините, соперник. О, Альфрика еще ультует. Ни хрена ж себе. Людвиг терпит. Красавчик. Так, отлично. Ну и все. Вот и все. Цик-цик. Так, промахи, да? Да, промахи. Цик-цик-цик. Хорошо. И последний. Да, затянулось как-то вот это все. Ой, а тут прям много ударников. Опять церковник, монах. Потом этот кто? Этот рейнджер. То есть по центру два сопротивляльщика блокировки. Блин, ну желтых хотелось бы взять сюда. Счистил, полечился. Заблокировал. Ну да, неплохо вроде. Если только взять кого-то другого вместо Посейдона. Посмотрим, кого можно взять. Особо некого. Если бы был второй Кулерва, вот, то он бы пошел точно. Конкретно на эту цель. А так, ну, Джун, пользы от него больше не будет, чем от Посейдона. Может, зеленью такое сходить. Но тут лучше все-таки, наверное, взять. Хотя, поехали. Может быть, одно только нужно было взять Франца вместо Гуан Юя. Вот один момент такой, который, может быть, стоило изменить.
Так, ну ладно, хули, в центр заряжаться можно сейчас. Главное, чтобы это не превратилось в зарядку плеча какого-нибудь бьющего. Так, ну давай вот так четверку сделаю. О, автоматом. Эх, блин, чуть-чуть не успели. Ладно, хорошо, что у меня здесь не микос, потому что уже он бы был бы просто хламом. Конкретно сейчас в этом, в этой ситуации, в этом поединке. Он просто был бы ничтожеством. Заблокировал бы нам Анну, и на этом все бы закончилось. Так, раз. Куда же бить? Блин. Да я, наверное, никого ее особо не убью. Не-не-не. Вот Госека как раз бить не надо. Вот как раз его и не стоит. Ладно, бью тогда в центр. Потому что Леонидас немножечко покусан. Может быть, получится как-то его допинать. Хотя бы его. Ну, фиолетовым и синим, наверное, получится это сделать. Так, только я вот думаю, может быть, лучше сделать вот так. Цик. И сейчас надеяться на уотерпайпских этих миньонов. Потому что две ульты этих тварей мы вряд ли переживем. Ну ладно, давай. Так, только Альфрику еще там не рядите. А, смотри. Ну все. Давай, Waterpipe. Ну это, короче, все. Да. Выживешь еще раз? Выжил еще раз. Ладно. Это уже вряд ли поможет. Ну, ты удивляешь, честно. Честно удивляешь. Блин, нечего засадить в него. Вот нечего. Если бы я его хотя бы еще убил, и зарядка у меня была, то как бы еще шансик был бы. Мизерный какой-то, но еще был бы. Но я его не убью. Даже тремя... Даже вот так в лоб. Если бы я был уверен, что сейчас ему снимут ману. Ну, давай вот так рискну. Нет. Но еще может воскреснуть. Но уже вряд ли. Да. Первое поражение в этом турнире. Но ничего, бывает. О, 87 место сегодня. Ну, сегодня я с утра начал, поэтому... Поэтому получилось в сотку еще залететь, но... Ближе к концу дня, конечно же, меня оттуда выбьют. Уточки есть, уточек нету. У меня на этом все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.